музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры» и ее ведущий, священник Георгий Галахов. Сегодня в нашей передаче мы послушаем песни в исполнении российского певца, музыканта, автора-исполнителя песен, композитора, поэта, основателя и лидера группы «Том Сойер» Александра Перлова. Песни Александра Перлова, как пишут о них в отзывах, это сочетание яркого мелодизма и глубокого смысла. Они стали уже широко известны большому кругу слушателей. И стоит добавить к этому, что тот самый глубокий смысл, о котором здесь говорится, имеет своим основанием крепкую веру и любовь к Богу, к Родине, к людям, живущим на родной земле, этого талантливого автора-исполнителя. Ну а сейчас послушаем его песню «Благословенная земля». Поет Александр Перлов. Над землею ровно на воду ложится туман, а вдалеке золотою главою там на холме возвышается храм. Спят валуны, тихо шепчут берез, словно тканым ковром. Сосны пролили смолу, будто слезы. Это отчизна моя и мой дом. Благословенная земля, сносила. Красный террор и фашистский захват. И про Афган, и Кавказ не забыла. Школу закончил и взял автомат. Сколько твоих сыновей погасила, сколько ушло твоих верных солдат, сколько святых небесам подарила, сколько взрастила отважных ребят. Yeah.
жизни Александра, как и, к сожалению, большинства уже нескольких поколений, а особенно молодых людей, происходило то, что можно назвать борьбой за душу человеческую. С одной стороны, сатана с его набором своих приманок, соблазнов, а также страшных орудий смерти. А с другой – милостивый Господь, как любящий отец, ждущий своего сына, ушедшего на страну далечь, ждущий, чтобы принять, обнять, простить и вновь дать ему шанс все исправить. Когда такой момент наступил, у Александра и родилась эта песня, которую мы сейчас услышим. Она называется «Покаяние». И не смыть морем слез эти горы грехов. Нету сил разорвать души тленных оков. Извалялся в грязи, истомился во тьме, и рыдает душа, словно узник в тюрьме. Диким зверем кричит, разрывая нутро, лишь на миг замолчит, вспоминая добро. И стенает навзрыд, и прощение прося, бьется озим чело на весь мир голося, чтобы милость свою не спаслал благий Бог, чтобы смерть у ворот не застала врасплох, чтоб владычица мать сберегла от врагов, чтоб был рядом всегда святый ангел Христов. Мне не смыть морем слез эти горы грехов. Нету сил разорвать души тленных оков. Извалялся в грязи, истомился во тьме, и рыдает душа, словно узник в тюрьме. А теперь еще одна песня, помогающая многим служителям, в первую очередь самому Александру, в свое время понять и переосмыслить всю свою жизнь, для того, чтобы направить ее уже на спасительный путь, взяв свой крест, следовать уже только за Христом. Итак, песня Александра Перлова «Исповедь». Я не святой, я не монах, не ангел. Я просто слабый грешный человек. И мне неведом смысл мироздания. С большим трудом я замедляю бег. Я не могу понять предназначения. Неизвестен замысел всего. Стою у алтаря по воскресеньям и плачу сам, не знаю от чего. Стою у алтаря по воскресеньям и плачу сам, не знаю от чего. Тяжело быть добрым и наивным, и постоянно людям доверять, благодарить и оставаться сильным, и терпеливо волю исполнять, мириться,
усмирять гордыню. Обиду вон из сердца прогонять. Гораздо легче потакать унынию, роптать на жизнь, не помогать и не прощать. Гораздо легче потакать унынию, роптать на жизнь, не помогать и не прощать. Святой, я не монах, не ангел. Я просто слабый грешный человек. И мне неведом смысл мироздания. С большим трудом я замедляю бег, замедляю бег. Александр, кроме своей творческой, певческой и музыкальной работы, еще и преподаватель и руководитель музыкального коллектива в культурном центре «Барвиха». Он принимает активное участие в концертах этого культурного центра и в культурно-досуговой жизни Одинцовского района Московской области. А возвращаясь к его песням, нужно еще сказать, что они всегда появляются, когда особенно нужны и ему самому, и людям. И в этом, несомненно, виден промысел Божий. Вот и следующая его песня посвящена нашему русскому воинству и тем, кто мужественно сражается, и тем, кто положил на поле брани жизнь свою за ближних своих, за веру, Отечество, как это было раньше, так оно происходит и сейчас. Итак, песня Александра Перлова «Мы знаем». Подошел шакал, звериный прищур и оскал, и закружилось воронье. Пришлось нам браться за ружье. Нам Бог дал миссию нести, чтоб снова шар земной спасти. И русский мир на битву встал, чтоб остальной мир не пропал. Пока стоит святая Русь, планета вертится, земля. Я горжусь и не боюсь, Россия, родина моя. Ей управляет Господь Бог, им поставлен командир. Пока стоит святая Русь, мы знаем, что не рухнет мир. Пока наполнен Божий храм, пока стоит в строю солдат, летит молитва в небеса, и злу добро поставит мат. Мы память не дадим стереть, мы правду не дадим попрать, историю не изменить, русскому сердцу не соврать. Пока стоит святая Русь, планета вертится, земля. Я горжусь и не боюсь, Россия, родина моя. Ей управляет Господь Бог, и поставлен командир. Пока стоит святая Русь, мы знаем, что не рухнет мир.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло уже к концу. На сегодня мы прощаемся с вами. Я благодарю вас за ваше внимание. До новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.